Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Раи, мы продолжаем играть Драконы Всадники Улуха. Второй день, забираем с тобой рыбу, и сегодня мы должны допройти событие, которое у нас осталось. Так, ну давай-ка посмотрим, Беззубик, что принес нам? Древесину. Древесину он мне принес. Так, я хотел его прокачать по уровню. Сколько там, блин, еды не хватает. Теперь мне не хватает еды, ладно. Что-то как-то у нас тут темно. Нет такого ощущения, что темень. Давай, лети. Ну, видно, осень. Осень на дворе, поэтому и темно. Ох ты, ух ты. Пакт получили. А, это ареновский. Древоруб, ужас. И все. Древоруб и ужас. Ну, спасибо. Ладно, мне нужно 300 миллионов рыбы. Для того, чтобы, ребята, прокачать нашего беззубика на один левел. Так, этот полетел, этот полетел. Давай газуй. Газуй тоже. Вперед из песней. Так, вот он, красавчик наш. 211 миллионов рыбы сразу же мне приносит. За что ему огромнейшее спасибо. И у нас уже 300 лямов рыбы есть. Так, тыкваброн, ты будешь прокачиваться? Да нет, конечно, ребят, ну какой там прокачиваться. Не будет. Не хочет, не будет. Зато 120 миллионов рыбы мне принес. Такс, ладно, мы сейчас кое-что глянем, ребята. Это то же самое. Я больше чем уверен. Да ладно. Да неужели, родной ты мой? Модификрылочка прокачалась. Так, ты там что у меня принесешь? Яйцо. Угу. Опоздать к Коги. Какой еще Коги? Так, этот у нас, наверное, пойдет, ребята. Куда его отправить-то? Его, я не знаю, пока куда отправить. Пускай, наверное, нет, пускай за рыбой летит. Модификрылка у нас спец по рыбной ловле. А мне нужен мой беззубик. Так, секунду. Здесь давай за древесиной вперед. Ты. Нет, я пока не могу позволить себе потратить здесь рыбу. А вот этого парня я... Да. Друзья мои, 94 уровень. Сколько ну... Два... Слушай, ну это... Конечно, пускай идет, тренируется. Конечно, пускай идет и тренируется, друзья мои. Сколько он там, правда? Один день, 20 часов. Че так? Че так долго тренироваться-то он будет? Так, ну этот понятно, ребята, тут тусклый янтарь. Даже не обсуждается. Пускай летит в клуб. Отдыхает. Так, барсик у меня. Так, руны, да? Руны, конечно. Конечно, друзья, руны. Новое место. Пускай летит бесплатно. Так, кривоклык. М-да. Надеялся, но, ребят, нифига. И Грамгильда Клыка-крив. Что-то там с Клыка-кривом было связано, полетело. Так, забираем наш блестящий тарь. И сразу же, друзья мои, ставим еще два. Угу. Так, давай лети за рыбой. Так, а у нас что, по древесине мало, да, дерево? Поэтому мы сейчас все соберем. Всю нашу древесину. Так, где у меня этот? Так, смерть. Иди там сборы делай. 117 уровень. А что будет, если мы его начнем прокачивать потихоньку, а, ребят? Видишь, по нолям почему-то. Сбор недоступен по нолям. То есть он целый уровень получает в ноль? Ну, я так могу понимать. Ну, это как-то не очень хорошо, на самом деле. То есть мы ему поднимаем уровень, а это все идет в ноль. Такое себе, да? Развлечение. Ты его качаешь просто... Ты ему поднимаешь уровень просто, который тебе ничего не дает. Так, это кто там у нас? Кто-то скользкопев, что ли, опять? А, разнокрыл? Разнокрыл у меня был? Да, ребята, у меня их даже три штуки. Слушай, пора, наверное, нам сходить
В обменный пункт? Что ты на это скажешь? По поводу обменного пункта и поменять там некоторых драконов. Так, ладно, давай этого тоже. О, хорошая, ребята, эмблема. Она мне как раз и нужна была. Это третья эмблема, которая нужна для прокачки дракона, ребята, легендарного. Там как раз, по-моему, три. Я могу, конечно, ошибиться. Сейчас, подожди секундочку. Где это у нас смотрится? Это у нас смотрится, по-моему, здесь. Вот это, да? По-моему, у нас должен быть. Начать. Ну-ка посмотрим. Так, подожди. Я что-то ошибся, значит. Значит, я ошибся. А... Так, эксклюзивный. Но он мне не нужен. Я ошибся, ребята. А где же, где-то мы с тобой видели, для чего... Ну, подожди секундочку. Это, по-моему, у нас в ежедневных... Ну, в событиях. По-моему, это в... Так, подожди. Нет. Черт, где же это? В заданиях. Так, поищите шлемоноса. Так, выполните обмены. А что, мы кипятильник с тобой? Вашим драконам негде расти. Блин, на острове места еще нету. Так, что это за вам подарок? Опа. Это что, ребята? Фенрира? Фенрира, это что-то новенькое, друзья мои. Такого у меня не было, блин, да как же. Места нету. Ты представляешь, мы с тобой дожили. А почему здесь, ну что, нельзя поставить, что ли? А, тут. Тут твоя налево. Древесина какая-то мешается, бесплатно. А почему я не могу, смотри. Лесопилка. Почему она не задействована? Так, секунду, драконы. Да ты фиг найдешь сейчас эту Фенриру, которую мы с тобой сейчас только что видели. Верно? Фенриру мы сейчас не найдем. Бронекрыл. 6650, ребята. Слушай, а если мы здесь расширяем, нам же открывается, походу, вот это вот, да? О, так тут, смотри, тут сразу два героя. Ну, 6000. А, это викингов, а не рун. Это же викинги нужны, ё-моё. Что-то я попутал, ребята, извиняйте. Это нам нужны викинги. Это еще не скоро будет. Так, слушай, у нас три награды, что ли, получается, да? Разные тыквы. Ну, вот сюда вот поставим. Они здесь вроде бы как бы не мешают никому, да? Так, что у нас там еще? Конфеты. И 30 рун. И 30 рун. Так-с, что дальше? Что у нас дальше идет по порядку? Так, этого мы отправили, который там сидел. Блин. Где-то Фенрира? Рыбацкие хижины заняты. Чуть-чуть не хватает. Не могу отправить его никуда, ребята. К сожалению, пока. Ну что, пойдем на события.
Тут два дня осталось. Я думаю, за сегодня мы, наверное, пройдем, друзья мои, это событие. Два тусклых янтаря. Два несчастных тусклых янтаря. Так, и у нас здесь ужасное чудовище. Ну, само собой, сейчас будем его уничтожать. Надеюсь, без выкрутасов все прекрасно. Так, ну а тут три противника. Начнем со змеевика, потому что это уже у нас идут ребята-стражи. Я с ними сейчас пока не хочу ничего иметь дело. Я знаю, что вот этот вот громоль начнет, ребята, своими фаерболами нас тут поливать. Как раз ему три энергии, по-моему, нужно для фаербола. Так оно и происходит. Так, ну что, мы тогда будем сейчас отхиливаться. И, наверное, будем уничтожать все-таки громоля. Потому что если он, ребят, сейчас начнет. А он начнет, он будет. Он будет меня, ребята, доставать своими фаерболами. И никуда ты от этого, к сожалению, не денешься. И уничтожить мы его не можем, а? Ты посмотри, какой жук. Сопротивляется букашка мелкая. Сейчас опять фаербол полетит, само собой. Но это, слава богу, ребят, последняя волна, так что можно себе немножко здесь позволить расслабоно, так скажем. Так, и, судя по всему, добиваем, ребят. Так, у нас рулетка. Ну вот, вот, уже лучше, ребята. Уже 500 рыбы, соответственно, я смогу отправить нашего дракона за железом. Железа у нас не так, конечно, много. Нам нужно 5000, по-моему, мы смотрели, да? Чтобы... А чтобы что нам сделать? 5000... А, да-да-да, нам нужно допрокачивать, ребята, домики. Кстати, три волны. Вот это уже будет тяжело. Когда три волны, но действительно туго, ребята, с ними тут бороться. Так, давай хотя бы одного уберем отсюда. И по возможности, как только будет хил, сразу его применяем. Ну, тут кривоклык рулит, понятное дело, против танков. А что он будет делать? Не, он ничего, он просто, ребята, атакует. Он единственное может сейчас на себя повесить защиту, но я думаю, что он не успеет. Так, водорез и два престиголовых. Ё-моё. Два, ребят, престиголовых. Промахнулся, отлично. Этот фиг промахнется. И давай еще и ты сюда сейчас. Ну, конечно же, ребят. Конечно же, он будет бомбить. Специально так сделал, чтобы нанести урон этому. И этого, соответственно, мы сами уже уничтожаем. О, щет, по-моему, ребят... Повезло ему. Ой, ребят, как повезло моему барсику. Но опять же, броня снижена. Он сейчас опять будет что-нибудь пулять. Еще утворяет. От него он не отстает. И вот здесь, скорее всего, его сейчас с первой же ходки бомбанул. Хотя мы хиляемся. Но он же опять сейчас плюнет, он понизит броню. Да? Так ведь это будет все выглядеть. Даже без понижения брони. И вот этот громоль, ребята, противный. А стоит ли? Наверное, пока не стоит, ребята, делать этого. А может быть, стоило? Ой-ой-ой-ой-ой, кого блокирует? Черт бы тебя побрал, а? Знал же, а. Ух, сейчас они меня, ребята, ушатают. Этот сейчас опять, ну да, да. Слушай, повезло, опять же нам крупно, ребят, повезло. Да отвали ты, а. Да мне не хотелось бы, ребята, тратить просто вот это все. Повезло, опять же, опять повезло. Повезло нам крупно, друзья мои.
Так, ну что, этот будет сейчас двойную атаку делать? Если я сделаю вот так, на следующий ход Кривоклык его добьет. И остается у нас Громыль. Так, если мы бомбанем... Ладно, давай сделаем так. Сделаем укус. Он сейчас сделает удар хвостом, само собой. И добиваем. Все. Ну-ка, посмотрим. Да ладно, серьезно? Ух, круто, ребята. Три прилива сил. То, что нужно. Так, и забираем с тобой ареновский пак. Давай, 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 открывай. Громыль, Костолом, Кривет и все. Так, ребята, у нас сейчас обычный бой. Потом будет, блин, мини-босс. И, само собой, сам Босяцкий. Так, на первой волне мне сделали щадящий режим. Мне всего лишь одного злобного змеевика дали 19 ранга. Сейчас мы с ним быстренько... Что-то быстренько не получается как-то. Но в любом случае мы его сейчас уничтожим. Хил я тратить не хочу. Черт подери. Вот это да, вот это ребята выдали мне тут, конечно, ситуевину. То есть... Либо этого бомби, либо этого. И причем они оба жесткие. Но этот, конечно, будет жестче, если он, ребята, использует свою ульту. Мы сейчас будем с тобой делать, знаешь что? Смотри внимательно. Мы этого добьем. Этого кусанем и повесим на него слепоту. Все, ребята, вот так вот я хочу сделать. Потому что он себе еще, как ты видишь, усилил атаку. И если мы его сейчас не завалим вот так вот, это будет очень для нас печально. Если он выйдет из слепоты и сделает свою ульту. Хотя он и без ульты неплохо шпарит. Смотри сам. Так, и на хилке. Да, на хилке мы его убиваем. И последняя волна. Кто тут у нас? Слушай, ну слава богу, здесь не три противника, как мы видим, а всего лишь два. Водорез и Громыль. Так что, я думаю, все будет окей. Давай сюда атакуем. И через хилку уничтожаем водореза. Плюс немножко получает урон у нас Громыль. Ну что он там будет делать? Фаербольчик свой применил. Мы ему понижаем защиту. Делаем укус. А, все, хана ему. Ну-ка, на колесе посмотрим. Древесины мало, 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 конечно. Конечно же, этого мало. Ну что, забираем еще один ареновский пак. Чудовище, лаварык, шепот смерти и душитель. Плюс крылатый ужас и еще один дымодышащий. Плюс молодая стрелка, ребят. О, тройной удар. Слушай, неплохо. Ну что, вот они, ребята, мини-боссы. Сколько волны? Блин, три волны. Ёк-макарёк, вы издеваетесь сейчас. Вы сейчас просто издеваетесь. Блин, этот мощный. И этот еще массовый. Как тут сделать-то лучше? Давай так. А, мне надо как-то кого-то... Нет, сейчас... Этот все-таки массовый... Подожди, а кто? Ты, что ли? Да неужели он сейчас будет делать массовую атаку, ребят? Фиг там. Короче, сделаем. Блин, он же сейчас бомбанет, ребят. Он сейчас сделает либо укус мощный, либо... А этот, соответственно... Удивительно, почему? Почему так происходит?
Сделаем слепоту, короче, ребят, и начнем. Давай, ты красный, ты должен наносить урон офигенный просто. Ух, как он, ребята, уже... А ты представляешь, если бы это по мне попало бы? Ты можешь себе представить, чтобы со мной было бы? Так, вторая волна. Черт подери, два престиголовых плюс злобный змеевик. Будем престиголовых, ребята, колбасить в первую очередь. Как думаешь? Да должен, должен, конечно, должен забить, ребята, его. Престиголовому нельзя, ребят, давать три хода. Почему три хода, ребят? Потому что не три хода, а три энергии. Потому что на трех энергиях он начинает делать массовый фаербол. Как бы не особо хотелось бы под него попасть. Да ладно, ты серьезно, не хват... Чуть-чуть, я даже не вижу у него там полоски здоровья, ребят, если честно. Да я добью его. Так, мне раз-два. Мне как раз, ребята, хватит, чтобы хильнуться. А добить, а добить? Нет, добить, к сожалению, не хватило. Ладно, все равно он сейчас будет плеваться, понижать атаку. Не, он просто плевок сделал. Ох, кто там? Ладно, этот меня как бы не особо беспокоит. Вот меня вот этот будет очень сильно раздражать. Очень, ребят, сильно будет раздражать. И... Ну, громобой тоже, ребят, но это не тот. Не самый мощный, который есть в игре. То есть не темно-синий, который с очками. Но все равно он блокировать может, ребят. Блокировать может, но вот этот вот хуже. Слушай, это повезло, что он только на одного попал. Я ушатываю. Я ушатываю, я делаю вот так, ребят. Ну, так надо. Потому что я не уверен, что Барсик бы выжил бы. Так, уклонение. Видишь, видишь, что он делает? Вот почему я и делал то, что делал. Пока, наверное, я придержу коней. Слепоту буду ставить уже, ребята, на самый-самый крайний случай. Добьешь ли ты его, а, кривоклык? Красавчик. Все, ребята, вот теперь мы вешаем на него слепоту и начинаем его потихонечку, потихонечку уничтожать. Да, я знаю, что он будет восстанавливать себе здоровье. Даже не попадая по нам, все равно будет восстанавливать. Но, тем не менее, лучше сделать так. Пускай это будет долго, но зато безболезненно для нас, и мы никого не потеряем. Вот что он творит. Естественно, не попадает. А мы продолжаем нашу истерическую атаку по нему. Опять же вешаем слепоту. Ну и, ребят, старая школа, как говорится, еще ни разу нас не подводила. Все, сделали на него ослабление, и теперь можно будет его спокойно добивать. Прекрасно. Ну что же, у нас очередное колесо, где мы получаем с тобой древесину. У нас уже фул бревно. Забираем с тобой загадочный пак. И у нас, друзья, последний поединок. Последний поединок. Я буду сейчас немножко зол, если тут еще и три волны, ко всему прочему. Мало того, что здесь босс основной, так еще и три волны. Это будет, конечно, две волны. Но ты знаешь, меня... Ой, ёпрасоте. Стальной капкан тут еще. Стальной капкан чем плох, ребята? Он отнимает у нас энергию. И вот сейчас тут будут очень огромные траты. Огромные траты будут именно по... Да по всему будут траты. Слушай, повезло, он промахнулся, прикинь. Так, не надо только делать вот этот свой... давай так сделаю. Я, ребят, себе восстановил ХП за счет того, что... Ёпрасота, ну и куда? Это не очень приятно было, потому что, ребята, этот сейчас еще... Этот сейчас будет бомбить его с пониженной броней. Вот увидишь, видишь. Так оно и есть, ребят.
Он бы мог уничтожить, прикинь. Если бы, ребята, он захотел бы, он бы мог его уничтожить. Но благо. Нельзя давать 4 энергии, иначе будет плевок. Добьешь? Красавчик ты мой, Барсик. Но он опять сейчас разбег будет делать. И в кого на этот раз? Все туда же, все в те же, ребят, ворота бьет. Какой-то неугомонный. Так, у меня два варианта, ребята. Либо его сейчас ослепить. Я, наверное, все-таки ослеплю его. Просто я хотел хильнуться на самом деле. Как говорится, на дорожку перед основным боссом. Мы же не знаем, кто там. Вот, и хотелось бы... Серьезно, что ли? Я не успею, ребята. Я не успел хильнуться. Кто тут у нас? Черт тебя подери. Кревет. Тройной удар. И самый главный, это будет Громель, да? Чё? Фига себе, он луп... Ты видел? Лупанул, называется. Мне не нравится вот это все. Тройной удар. По-моему, ребята, ему нужно 4 энергии для сделать. Мы... А, мы уничтожили. Ты посмотри, как он шпарит, а. Просто изверг какой-то. Вообще бомбит. Не по-детски, ребят. Не по-детски он наваливает мне. Ну, еще будешь делать такую штуку, что ли? Конечно, будет, ребят. Давай вот так вот сделаем. Пускай нам помогает хотя бы. Помощник тоже мне. Добьем? Эй-эй-эй-эй-эй. Так, ребят, здесь у нас все получилось. И остается лишь Громель. И остается лишь Громель у нас. Так. Потому что фаербол он 100% будет заряжать. Вот сейчас бы было бы хана, ребята, нашему шторморезу. Если бы он сейчас попал бы, если бы не было бы слепоты, он бы его просто снес бы, вот и все. А так все, ребят, прошли события. Ну что же, наше колесо. Получаем рыбу. Слушай, у нас рыба фул и древесина фул, отлично. И забираем с тобой, в принципе, не особо важный для меня тусклый янтарь. Но, тем не менее, ребят, главное, что событие пройдено. Так, давай заберем с тобой пак монеты Удина. Чудовище, шепот смерти, ищейка. И кто-то там еще, ребята, у нас. Ага, размягчитель. Разместить. О. Значит, для размягчителя у нас есть место. Значит, мы можем сюда и дракона выставить. Кстати, есть у нас ивент про тыквы. Почему я не вижу, ребята, чтобы тыквы здесь где-то лежали? Креветолом. Ничего себе, новый какой-то дракон, креветолом. Комплект, комплект очарования. А действительно, если ивент идет, почему я не вижу тыкву? Странно. Так, давай здесь заберем. И, ребята, отправим. Отправим. Так, я хотел кревета, да, по-моему, вот этого. Да, вот он стоит, ждет. Пускай он летит. И, наверное... А, этот за рыбу идет. Он не пойдет, ребят, просто так. Что делать-то? Кого вкачать-то можно здесь, а? Куда дерево-то потратить? Мне его некуда, ребят, сбагрить. Четыре пятьсот. 900 рун еще нам нужно. Какой 900? 4500 это 1100. 1100 рун нам нужно еще, ё-моё. Тогда мы с тобой сможем разблокировать новую территорию.
Да ничего у меня не получится, ребят. Я не знаю, куда я эту рыбу ой, дерево сбагрить. По-моему, никуда мы его не сбагрим. Тихо, подожди, подожди, подожди. Что-то я не туда сделал. Так, значит, обычных. Ну вот. Раз, два, три. Вознести. Пум-пум. Вознести. Что у нас тут еще здесь? Все, обычные все, ребят. Необычные. Опа, размягчитель. Раз, два, три. А почему так мало-то? Обменять. И чё? Набор рыбы? Ты серьезно? Набор какой-то дряблой рыбы дал? Ох, нифига себе. Блин, ребята, какой-то дряхлый набор рыбы дал он мне. Ну, ё-моё, ну что это? Да. Так, это у нас острокоготь. Тайфумеранг. 110 дает. Раз, два. Еще 110. Мало. Редкие есть? Есть, ребята. Ну, уже лучше. 1430, как ни крути. И там у нас по одному, да? 650. Блин, руны тратим. Очень, очень много, ребята, рун тратим. А эксклюзивки есть у нас? Сколько он дает за одну эксклюзивку? Хо-хо-хо, вот этих надо было взносить. Че мы... А у нас он один и был. Ну, премиумов у нас, дубликатов нету. А сколько, интересно, за премиум дает? Фига себе. Так, ну что, у нас есть, да, ребят? Портал Вознесения, давай мы... Давай тут попробуем один пак взять. Один, говорю. Так, зимний. И что же нам в зимнем достается наборе? 90 рун, спасибо. Железо, горшочек. Так. Камнемолот. Ребята, вот такого у меня не было. Это новый дракон. Для меня, ребята, это новый дракон. Камнемолот. Слушай, прикольный. Наверное. Главное, что он редкий. Вот так он выглядит. Довольно прикольный. Слушай, прикольный чувак. Так, и у нас еще есть с тобой. Слушай, ну это классно. Камнемолот, вот это я, ребят, понимаю, да? Вот это уже. А тут можно же посмотреть, что вообще он может дать. Так. Не очень хороший. Так, а вот здесь зимний пак я уже урвал, да? Так. Ух ты, можно чешуйки. Слушай, ну вот это, по-моему, выгодно брать вот эту курочку. Осень. Новинка, прикольный. Вот этот мне нужен, ребята, блин. Или вот этот, или тот пак взять. А здесь лето. Прикинь, получить 5000 чешуек и опять по новой. Я не знаю, ребят, ну, давай здесь обменяем. Давай обменяем здесь. Твою налево, опять рыбный пак. Ну куда? Ну, я понимаю, да, рыба нужна, ребят, ну. Ну и вот что? Что, куда вот мне? Кто у меня сейчас хочет прокачаться? Кто-нибудь хочет прокачаться?
Да как бы прокачаться-то, в принципе, ребята, все хотят. Что судноглот хочет прокачаться у нас, что... Кстати, подожди-ка. А, он уже на задании. Он уже на задании. Вот ты, почему я... Чтобы изменить нового больше драконов построить. А враг безумца? Вначале здесь, потом это соединяется здесь, потом здесь. Вот так это все у нас будет. Обучить. А, какой он не хочет, ребята. У него 124 уровень. Какой там ему обучение? Никуда он не пойдет обучаться. Давай, лети. Да-да-да, друзья мои, я его отправил на обучение. Нам нужны драконы 124 уровня, 15 штук, не забывай об этом. Поэтому пускай летит. 1990... Короче, 2000 железа еще нужно, ё-моё. Но я все равно буду тратить, я все равно, ребята, буду его прокачивать. Что, куда? Ну, давай сюда еще вольем, что ли? Типа не хватает. Ну, конечно, не хватает. У меня тут этой рыбы. Не хватает, он мне пишет. Все. Судноглот, иди. Не, ну два же за двумя железяками его отправлять. Вот, лучше. 725. Да, пускай летит, ребят. Так, ну что, дорогие друзья, на сегодня, пожалуй, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!